Я снова приветствую всех на своем канале «Одесса, 17 декабря». Напомню, в Одессе в 6:25 прозвучало два взрыва. Прозвучал первый, и буквально секунд через 30 прозвучал второй. Сразу же после взрыва была объявлена воздушная тревога. Вот, покаместь ничего не известно. Сперва сообщили о том, что сработало наше ПВО, но спустя некоторое время местные жители пишут о том, что в области было видно зарево. Поэтому, по предварительной информации, возможно, есть и прилет. Как информация будет обновляться, и как только появится официальная информация относительно того, что произошло, есть ли прилет или сбили что-то, я обязательно данную информацию сообщу на своем канале. Не забывайте подписываться. Тревога на данный момент продолжается, еще отбоя не было. Я на связи. До встречи в новых видео. Пока.